Всем привет, ребят. Все как обычно. Понедельник, раз в две недели у нас на русском сервере идет коллекционер героев. Честно скажу, не особо мне он понравился. Но опять же, для бездоната, если повезет выбить ведьму и получить исцеление, для тыковки, по-моему, это самый идеальный вариант исцеления. Плюс еще можно собрать 15 слизней и получить воодушевление. Вот такие вот у нас плюшечки. Сейчас посмотрим, сколько нам нужно будет самиков приблизительно на 15 слизней, чтобы получить седьмую водушку. И уже вечером, кому там надо будет, от 40к я паролю. Возможно, стримчик запустим. Пишите в комментах, что вы хотите. Дальше уже вечером определимся. Помимо этого у нас есть... Утрата... По сравнению с китайкой ни о чем, но опять же за 50 можно получить еще такую вот карту, с которой можно получить недостающего героя. Так, что у нас есть? Деда Мороза скин. Тут, по-моему, еще Деда Мороза скину нужен был или нет? Нет, это не на этом сервере. Скин на Ару. Скин на Ару я, по-моему, на другом сервере видел. Ну, все как обычно. Так, что еще есть интересного? Кузница. Ну, кузница, как обычно, неоправданная. Такое себе. Сейчас посмотрим. Так, мешки. Ну, смертушку единственное, что взять. А, психощит 8. Ну, за 120 хотя бы. А тут изворотливость 5, всего лишь 120 тоже и командора. Ну, короче, такое. Ладненько, поехали, будем начинать ролить. Так, кто нам нужен? Призрачный, медузка, ведьма. То есть таких вот героев нам надо выбить. Ну, в основном мы сейчас будем выбивать. У нас цель собрать 15 слизней. Так, тыковка. Неплохо начало. Фараон. Так, фараончик. Ну, все как обычно, как видите. Вот только первый у нас упал. Не посмотрел я, сколько там самого у нас было. У плюс-минус. Потом напишите в комментах, или я потом гляну. А, в принципе, у нас же затрату есть. Сейчас и затрату там посмотрим, сколько мы приролили. Ну, блин. Оу, капитан Рогатка, нифига себе. И Кенди, и Валентина. Прям засыпали. А слизней нет. ПБшка. Призрачный, ну... Капитан Дрейк. Рино. Нифига себе, посмотрите, как сыпет. Неплохие герои падают. Что у нас там получилось? 7.15. Ну, я не знаю, сколько я уже слил. Но скажу вам, недешево. Ведьму бы достать. Так, Купидончик. Еще один Дрейк. Ну, ПБшка, Рино, Рогатка, это уже, в принципе, неплохо упало. Но, опять же, относительно... В зависимости от того, что вам нужно. Мне то они не нужны. Так, ниндзик. Еще один ниндзик. Еще один Рино. Ну, конечно, 190 падают. Просто печально. 11-15. А потратили мы уже... Хотя фигню потратили, 34к. Я что-то думал, мы уже больше паролили. Паладин. 12. Королева Гарпий, Фараон. Еще один Дрейк, еще Рино. Воу. Ну. Ой, сори, ребят, кто оглох. Но без кофе утром никак.
если так, лайки ставьте. Так, черепок. Ну, интересно, в 50к вложимся. Фрэнки, призрачный. Фрея. Ну, вот так вот, ребят, как всегда, блин, мега-имбовый ролик у нас получился. Так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, вот Дракула еще даже. Что, мы собрали или нет? Последний. Ну, ведьму, к сожалению, не вытащили. Ну, мне, в принципе, не особо горит. Но мне вообще этот коллекционер нафиг не нужен. У Валентина. Залы сейчас мне... Ууу, ведьма! Офигеть! Залы мне сразу же ведьма упала. Друид. Ну, слизнячка дайте. Ну. Ууу, наконец-то. Так, ну что, ребят, собрали мы самые основные награды, которые нам нужны были. Да, мы не получили медузу рыцаря, но зато мы собрали самые, скажем так, сливки с этой акции. И сейчас мы посмотрим, сколько же мы все-таки потратили на нее. 55к. То есть у меня ушло 55к, чтобы собрать слизни, и да, мне чудом... Как обычно повезло, мы собрали еще дополнительно ведьмочку. Так, ну что мы получаем? Третье, ну, такое себе. Третья карта. Честно скажу, плюшки не ахти по сравнению с китайкой. Где можно уже получить осколки Орника. Ну, такое себе. Так, что у нас тут? 5 карт. А вдруг выбьем камень? Ну, 10 эмблем крон. Ну, для бездоната, честно скажу, они нафиг не нужны. Вот единственное, что исцеление плюс изворотливость, воодушка и СО. Вот это самый, скажем так, в данной акции. Вот так вот у нас ушло на это все про все 56к. Я вам скажу, не дешево относительно, но где-то в этом пределе. То есть, чтобы вы понимали, есть варианты, можно собрать и за 40, по-разному падает. Но видели, у меня упали и топовые герои. Так, где там наши плюшки? Где там наши плюшки? Что-то ничего у нас интересного для открытия нет. Так, с карта. Так, открыть. Что там? Максимальные в ячейке кристалла, что ли? Да, походу. Так, хорошо. С этой четвертой. Все мне интересно. Так, вот это можно открыть. В общем, вот так вот. С каждым разом у нас AGG все выше и выше делает. Повышает вот эти вот ставочки, и ничего не сделаешь. И яйца накопились. Ну, хотя мне, в принципе, отсюда нужны только смертушки. По поводу роллингов, еще раз напоминаю, под видосом есть ссылка на мой ВК и мою телегу. Пишите туда, я вам отвечу. В телегу я быстрее отвечаю, в ВК отвечаю медленнее, потому что там куча спама и флуда. И я просто многие вопросы даже не отвечаю, оставляю без ответа, потому что бред пишите. Пишите коротко по делу, и дойдет к вам очередь, и я, соответственно, отвечу, если там что-то по сути. Но обычно там куча флуда. Ну, не знаю, честно скажу, для бездоната кайф, а для доната такое себе. Ничего интересного в коллекционере, ну, хотя и донатом-то особо рулить не надо. Для бездоната любая такая плюшка вес золота. Все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, ждите видосов с аккаунтов победителя, с ними я вчера, им вчера написал, будет что-то толковое на рынке, я заберу,
Вчера уже просто после стрима не успевал. Все, всем удачи, всем пока.